Позволь нам пасти стадо Твое, Господи, во имя Твое. От десницы Твоей снизошла сила. Ноги наши несут нас быстрее ветра, если Ты призываешь нас. Река жизни разольется у трона Твоего, и наполним мы душами водой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Знаешь, что такое бред-рок? Это когда приличные люди, окруженные любящими семьями, приходят с работы, включают новости и знаешь, что видят? Насильников, убийц, растлителей малолетних детей, которым удается избежать тюрьмы. Мафиози ловят с 20 килограммами кокаина и выпускают под залог в тот же день. Каждый день все они думают одно и то же. Кто-то должен убить этих ублюдков. Убейте всех. Согласись. Даже ты думал об этом. Это непростое дело. Аллилуйя, Джафар. Вы... Да. И вот мы проламываем потолок и падаем прямо вот так. Какого хрена? Поверить не могу, что это случилось. Она что, умерла? О боже, пропускает. И что? Ну да. Какого хрена? Ну, по правде, первые были случайными. Просто попались нам под руку. Чем же вы занимаетесь? Мы еще не придумали, как выбирать рок. Я их знаю как облупленных, их привычки, что они делают, с кем болтают. Что скажешь? Как ни странно, мне это по душе. Теперь вы примете нас. Мы пришли не за бедными или голодными. Мы пришли не за больными и уставшими. Мы пришли за продажными. Ваше зло узнает силу нашего мщения. До последнего вздоха мы будем преследовать их. Каждый день мы будем проливать их кровь, пока она не прольется с небес дождем. Не убей, не насилуй, не кради. Эти принципы должны соблюдать люди любой веры. У зла много проявлений. Пусть ваши грязные помыслы и поступки не перейдут границы настоящего зла. Потому что там мы. Если согрешите, то однажды вы обернетесь и увидите нас троих. И в этот день вы пожнете то, что посеяли. И мы отправим вас к любому богу на ваш выбор. Позволь нам пасти стадо Твое, Господи, во имя Твое. От десницы Твоей снизошла сила. Ноги наши несут нас быстрее ветра, если Ты призываешь нас. Река жизни разольется у трона Твоего, и наполним мы душами воды. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как далеко мы собираемся зайти? Вопрос не в том, как далеко. Вопрос в том, хватит ли у вас духа и веры, чтобы пойти так далеко, как потребуется.